Здравствуйте, дорогие мои, с вами на связи Викана. Подписывайтесь на мой канал, будет много всего интересного. Сегодня рассмотрим такой вариант. У мужчины была женщина, была измена, и вот теперь он вернулся. Я думаю, этот расклад будет интересен многим. Он вернулся, говорит, что все хорошо, клянется в любви, что больше такого не повторится. Но давайте посмотрим общий расклад. Он у всех проиграется по-разному. Может быть, это даже и не ваш расклад. Но такой расклад можно лично заказать и проверить своего мужчину, как говорится, на честность. На честность. Ну вот давайте я посмотрю, как он выглядит, этот расклад, и как сложится ситуация в данном обстоятельстве. Может быть, у кого-то это действительно проиграется. Так что сейчас? Были ли у него встречи с этой женщиной после того, как он сошелся, ну, с вами, давайте будем так говорить. Ну, не знаю, как еще это сказать, но обычно я буду рассматривать визуально, как человека, с которым я веду диалог, да, веду расклад. Были ли встречи на самом деле? Вы знаете, встреч у него с ней не было на самом деле. Он решил этот вопрос самостоятельно, и он решил, что он закончил эти отношения. Мы видим аркан смерти, аркан мага и короля кубков. Любовь прошла, да? Все, что было связано с любовью, кубковая масть, он решил закончить. Вот эти три карты, они не нуждаются ни в каких комментариях. Дальше я буду говорить... Давайте по существу, не буду долго размазывать. Его истинное отношение к этой женщине на сейчас, на сегодня. Закончить он закончил, а что дальше? Мы видим аркан солнца. Аркан солнца говорит о том, что все-таки какие-то есть мысли, да, какие-то чувства остались, но аркан солнца — это платония, эта карта обычно показывает, что да, что-то осталось. Но, в принципе, он не позволяет даже думать себе о ней. Когда все-таки пробивает его на эту женщину, вспомнить, да, он закрывается, либо переводит мысли на другую тему совершенно. Он закрыл для нее и сердце, и глаза, и уши, и душу. Давайте будем так говорить. Но она, смотрю, все-таки пытается пробиться сквозь эту стену. И если со стороны этой женщины какие-то привязки, может быть, что-то она делает. Да, мы видим магию. Она ворожит. Она пытается его за собой оставить, чтобы он завис, остался с ней. Остался надолго. Чтобы шел к ней на свидание, звонил, писал. Понимаете? И вот восьмерочка кубков показывает, что женщина по ночам проводит какие-то манипуляции для того, чтобы пробиться к этому мужчине и его сделать привязку на него. Вот здесь мы это однозначно видим. А по поводу вас, да, вот кто сейчас смотрит, но сразу предупреждаю, у всех по-разному, что происходит сейчас, расклад общий, но может быть он и вас. Может быть, вы что-то узнаете по поводу вас, любовь, да, отношения. Говорит, что все закончил, все в прошлом, люблю только тебя, я вышел с этих отношений. Я буду рядом с тобой. Я готов исполнить все твои желания, доказывать тебе, пройти все трудности и доказать тебе, что я хочу быть рядом с тобой. Вот посмотрите, он готов сейчас все на себя взвалить, просто вот все, все трудности. Даже если раньше он чем-то не помогал, что-то не делал, сейчас он будет это делать. Он будет доказывать. Десятка, завершение, чтобы всю эту тему наконец-то закрыть. Вот он сейчас думает именно так. Понимаете, да, что я сейчас вижу? Вот именно так. Просто все закончить, закрыть. Я все там закончил, все ушел. Но он понимает, что сейчас тяжело ему доказать. Вот тут система в том, что ему сейчас тяжело вам это доказать. И он старается, ему сейчас очень тяжело. Он старается этот вопрос поскорее закрыть. Вот такой вам, мои дорогие, расклад. Но двойка показывает, видите? Двойка. Ой, извините, шестерка влюбленных. Аркан влюбленных. Любовь. Говорит о том, что он действительно вас любит, и, возможно, те отношения просто для него были как для сравнения. И он понял, как бывает хорошо и как бывает плохо. Аркан влюбленных. Он сам за все говорит. Вот такой расклад, мои дорогие. Если нужен личный расклад, обращайтесь. Всего вам доброго и удачи вам, вам и вашему любимому человеку.